Ребенок, который набирает костную массу, вот он сейчас, в этом периоде, там, с годика до 12, должен получить все необходимые микроэлементы, минералы. Потом, пусть ему уже будет 19 лет, что бы вы ему ни давали, если он в этот период не взял все необходимое, уже потом вы не можете восполнить этот эффект. Особенно это видно на зубах у детей. Потрясающий продукт. Нобелевская премия за него была в 78 году получена. Кеонзин Q10, который увеличивает энергообмен в клетке. Мы растем, нам каждым годом все больше и больше, мы взрослеем, нужен кеонзин Q10, а он после 20 лет вырабатывается организмом все меньше и меньше. Один японский ученый сказал, что кеонзин Q10 больше делает добра для сердечно-сосудистой системы, чем все таблетки в мире. Один этот кофермент, кеонзин Q10. Также у нас потрясающие продукты, иммуноген, которые восстанавливают проблемные вены. Знаете, сейчас вот этот варикоз становится такой же болезнью века, как кариес. Абсолютно у всех расширение вен, сумасшедший варикоз. А такие положительные результаты, что врачи не верят, просят ногу показать другую, боятся, что ногу перепутали. Тем людям, которые операции назначали, они после того, как пробивают иммуноген, результат получают настолько гладкой, без ярко выраженной вены ноги, что врач не может поверить. У нас были такие случаи в компании. Если сказать вот мой результат личный, я могу сказать, что я 20 лет что-то пью для здоровья. Во-первых, я работала завьюродделом Центральной СЭС водного транспорта, у меня был доступ к лаборатории. Я могла протестировать в любую секунду картошку, морковку, все, что купила на рынке. И я всегда что-то пила для своего здоровья, только для того, чтобы оставаться здоровой. Это продукты для здоровых людей. После того, как я начала пить просто оптимальный секс, я не подключала ни кензин Q10, ни омегу-3. Я взяла только оптимальный сет. Я на четвертый день из бронхов начали ощущаться бронхи, потому что 20 лет назад я болела воспалением легких. Я не знала, что за все эти годы мое воспаление легких никуда не делось, и оно очень живо живет во мне, вместе с тем количеством антибиотиков, которое тоже бродит у меня по организму с кровью. Я выплевывала гной ладошками. Да, вот такой серый гной, причем я целый месяц чувствовала и ощущала. Если мы сегодня не будем инвестировать деньги и время в свое здоровье, мы завтра будем инвестировать деньги и время больше и больше в свои болячки и в их лечение.